Всем привет, вы на канале РБ Хоккей, где мы говорим только о хоккее. Меня зовут Павел Лысенков, и давайте теперь обсудим матч регулярного чемпионата КХЛ. Авангард принимает дома Акбарс, что я об этом думаю. Во-первых, был перерыв на Евротур, все отдохнули неделю, кто-то играл за сборной, кто-то тренировался, но матчей не было в чемпионате КХЛ, поэтому, я думаю, не имеет смысла считать, кто как выступал, кто как идет по дистанции. Но я напомню, что Акбарс одержал 5 побед подряд до этой встречи с Авангардом. Причем были там не очень сильные соперники, там были и Витязь. Ну, из самых сильных соперников на этой дистанции был Автомобилист. Они еще побеждали Динамо Рига. В целом Акбарс выглядел уверенно. И было видно, что команда хочет занять первое место на Востоке. Авангард тоже шел уверенно, поднимался наверх, но потерпел поражение в трех последних матчах. Причем все в одну шайбу, и все матчи были на выезде. И была последняя игра с Магниткой. Проиграли еще Борису и СКА. СКА было поражение в овертайме. То есть Авангард в целом выглядел неплохо, но им чего-то не хватало. Может быть, они немного уже подсдулись, и им эта пауза была нужна для того, чтобы восстановить дыхание. В этом чемпионате Авангард и Акбарс встречались два раза. И два раза были одержаны домашние победы. Авангард выиграл 3-0 у себя, Акбарс выиграл 3-0 у себя. Последний матч был как раз очный. Это была игра в Балашихе не так давно. Я бы сказал, что моральное преимущество здесь на стороне Авангарда, который не забыл, как в первом раунде прошлогоднего плей-офф вынес Акбарс. Хотя уже у Акбарса другой тренер, Дмитрий Квартальнов, другая система. Команда играет иначе, но все равно. Поэтому я на сайте FunBet беру сложный кэф, большой кэф. 3.79. И должно сбыться два условия. Во-первых, Авангард побеждает у себя дома. Я думаю, это реально. И во-вторых, тотал этого матча составит меньше, чем 4.5. Потому что обе команды бьются за первое место на Востоке. Их разделяют 4 очка. И у них, кроме этой встречи в Балашихе, еще одна игра в Казани. Это будет очень упорная игра от ножа. И я думаю, что тотал будет здесь не очень большой. Если вы хотите еще больше хоккейных прогнозов, канал РБ Хоккей к вашим услугам. Подписывайтесь там внизу и ставьте нам лайки.